замечательном мероприятии «Пасхальная радость». Вот, в уютном интернет-пространстве, вот, и прошли дни Великого Поста, его испытаний, наступило время пасхальной радости. Вот, и с этой радостью мне хотелось бы с вами поделиться. Давайте, наверное, начнем с выступлений. Вот, кто у нас первый готов выступать? Павел Саныч? Павел Саныч готов. Давай, я тогда выключаю микрофон, включаю по максимуму динамики и рад... Рад всем вновь пришедшим. Аня присоединилась, да? Анечка, здравствуй. Здравствуйте. Да, привет, Аня, давно не видели. Сейчас начинается выступление. Первое, Павел Саныч у нас берет как бы флаг и вперед на танки. Все, я вырубаю звук. Предлагаю всем последовать моему примеру. Хорошо поутру почесать на пороге живот, гнуть ногой указу, чтоб врагами бадью не бодало. Хорошо понимать, вот живет этот парень, живет, хоть раздет и разут, но здоров, разве этого мало? Хорошо, хорошо, хоть раздет и разут, но здоров, разве этого мало? И плевал он на то, что в столице едят колбасу, на театры плевал, на троллейбус, метро и артистов. Я о чем говорю, я какую идею несу. Хорошо поутру почесаться под солнцем лучистым. Хорошо, хорошо, о, хорошо поутру почесаться под солнцем лучистым. Но однажды он понял, что жить как растение нельзя. На колени упал, и всем сердцем он в небо взмолился. И тотчас же наполнила душу рыжевая вода. Слезами умылся. Хорошо. Хорошо поутру помолиться под солнцем душистым. Хорошо, хорошо, о-о-о. Хорошо поутру помолиться под солнцем лучистым. Под солнцем лучистым. Под солнцем лучистым. Ну, Павел Саныч порадовал. Спасибо, дорогой, за пасхальную радость. Вот. А есть еще что-нибудь вкусненькое? Александр Владимирович, я вижу только твой нос и твои губы. Глаз не вижу. Так, подожди, как это? Ага. Странно. Я понятно. Я же сейчас должен быть по центру, правда? Так, видно? Вот. Сейчас лучше. Да, привет, сын пап! Привет, сын пап! Привет, привет! Вот, ладно, у меня, можете потом показать всю свою аудиторию, у кого кошки, у кого родные, все, короче, в монитор, потом сфоткаемся, скрин сделаем прикольный. Илья, у тебя тоже видно только рот и нос, я глаз не видно. Вот, так лучше. Девчонок видно очень хорошо. Делаемся посередине экрана, правильно? Да. Вот, ладно, смотрите, у меня есть небольшой как бы сценарий, да, то есть у нас... каждый готов чего-нибудь такое творческое, красивое показать. У Павла Саныча есть что-нибудь интересное еще? Интересное? У Павла Саныча? Сейчас. Ждать можно долго, да, седины, только чего?
дождешься, если не знаешь, что впереди, не знаешь, где завтра споткнешься. Яму, которую вырыл врагу, засыпь добротой и прощеньем. Если тебе не в моготу, молись, и придет исцеление. В жизни богатство и роскошь не чти. Жить можно проще, но чище. Счастье придет, ты надейся и жди. Жди, даже если ты нищий. Яму, которую вырыл врагу, засыпь добротой и прощеньем. Если тебе не в моготу, молись, и придет исцеление. Счастье придет, ты надейся и жди. Надейся. Эгегей, кто следующий? Павел Александрович, спасибо большое. Ну, смотрите, я могу вам стихотворение прочитать. Тематическое. Прочитать? Вот у меня дочь, у нее сегодня полтора годика исполнилось. Поздравляю. Вот, еще одна пасхальная радость для меня. Да. Вот. Смотрите, я хочу прочесть стихотворение, которое, на мой взгляд, ну, передает атмосферу самого праздника. Ну и, собственно, немножечко излагает суть даже вот самого вот этого праздника, радости вот этой. Да, правильно, Анечка. Христос воскрес. Он царь миров, царей могучих повелитель. Он весь смирение, весь любовь. За грешный мир святую кровь пролил, как ангел-искупитель. Христос воскрес, Он людям дал завет святого всепрощения. Он падшим милость даровал, и за святые убеждения велел страдать, как сам страдал. Христос воскрес, Он возвестил, что на земле все люди братья. Он мир любовью обновил, Он на кресте врагов простил и нам открыл свои объятия. Христос воскрес, Христос воскрес. Пусть эти радостные звуки, как пение ангелов с небес, рассеют злобу, скорби, муки. Соединим все братские руки, обнимем всех. Христос воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Вот. Настя, споешь песню или кто готов первый? Спою. Я готова. Настя готова. Так, да. Поприветствуем, да. Настю громкими аплодисментами. Да, дети, поехали. Так, слышно? Минус. Не слышно минус, да? Сейчас я с телефона. Погромче, да. Сейчас, секунду. А что у Ани звук выключил? Аня, ты нас слышишь? Да-да-да, я слышу, я отключила, чтобы посторонних шумов не было. На самом деле у скайпа такая фишка, вот если во время выступления кто-то один звук произнес, все внимание скайпа на него, то есть как бы в этот момент выступающий выпадает. Поэтому предлагаю просто на момент, кто выступает, сразу все остальные, кто не выступает, микрофончики выключать. А, понял. Да? Так будет как бы и для записи корректнее, и друг друга слышать поможет. Понял. Вот, слышно. Вот.
Матушка за сына на коленях молится, огонек лампады теплится, и светлее пик Богородицы. Ты царица, матушка, вечная заступница, сбереги сыночка милого, стань ему незримою спутницей. Землю лаская, ночь поет колыбельную, в небе бескрайнем Бог рождает зарю. Будет Пасха светлою, будет нива полною, сын вернется к старой матушке во святую Русь православную. Землю лаская, ночь поет колыбельную, в небе бескрайнем Бог рождает зарю. Матушка за сына на коленях молится, огонек лампады теплится, и светлее пик Богородицы. Огонек лампады теплится, и светлее пик Богородицы. Настя, спасибо. Ну, молодец, красивая песня. Настя, а можешь поделиться своим опытом, что для тебя Пасха, и есть ли какие-то пасхальные традиции вообще тебя коснулись в жизни? Яйца красить, куличи, может? Яйца что-то... красить, да. Ну, куличи я не пеку. Ага. Вот, и, ну, как у всех. Все как у всех. Мы обычно собираемся. Вот на эту Пасху не получилось собраться. Ну, еще так получилось, что в этом году я потеряла папу, поэтому да, немножко все сместилось. Да, и соболезнуем. Вот, и тоже ну, в меру своих сил тоже молимся. И... Поэтому... А так все как у всех. Да, вот, на самом деле, вот этот праздник тем и дорог, что он говорит о том, что у Бога все живы. Вот, я даже вот для этого... Да, у меня... Анечка, иди сюда. Иди. Да, мама просит ее. У меня даже вот есть... Просто я сегодня... Так, у меня ребенка уводят. Вот, наслаждаемся божественными звуками. Ангел. Вот, я просто... Смотрите, что хочу подчеркнуть, что с этого момента, вот как Христос... ну, перенес страдания на Христе, да, и распинался за нас, и умер, и через 3 дня воскрес, он, получается, что нам всем жизнь даровал, ну, дальнейшую жизнь, то есть не все вот катимся уже по наклонной, уже зная, что у нас конец близок, и уже все, и в никуда, да, идем. На самом деле, идем очень даже куда, и важно понимать это, важно принимать эту жертву, тогда мы все идем спасаться. Смотрите, маленький, короткий, там,
3-4 стишок, а он, насколько он открывает, вот тайну приоткрывает вот этого праздника. День наступил, зажглась денница, лик мертвой степи заолел. Заснул шакал, проснулась птица, пришли взглянуть, гроб опустел. И мироносицы бежали поведать чудо из чудес, что нет его, чтобы искали. Сказал воскресну, и воскрес. Бегут, молчат, признать не смеют, что смерти нет, что будет час, их гробы тоже опустеют, пожаром неба осветясь. Вот такое маленькое такое подающее надежду на воскресение всем нам стихотворение. Да? То есть и гробы тоже опустеют, и все тоже воскреснут. То есть наше телесное, да, мы как бы снимаем рубашку телесную и восходим к Богу, к любящему Отцу, и все. Так что, в общем, верим в светло, верим, молимся за близких, и все Господь пошлет. Да? Так, кто у нас, ребятушки, готов? Смотрите, какая штука. Вот для меня Пасха, я хочу рассказать просто от себя, что для меня Пасха это прежде всего до этого пост, и до этого какое-то воздержание от каких-то радостей жизненных. Да? Сейчас, наоборот, ликование вот этой радости, вот оно, вся неделя, Светлая Седмица называется, она исполнена радости. И вот, и сейчас уже можно и испанщину играть, и там в пляс идти, да, понимаете? Ну, конечно, есть рамки сейчас ограничивающие вот эту вот самоизоляция, да, но, как видите, можем встречаться, друг друга радовать, поддерживать, правда? Вот, и мне колбасу даже можно есть, чего уж греха таить, дай год. Вот. Поэтому я предлагаю сейчас, ну, чтобы душа развернулась, Анечка, сможешь бабахнуть испанскую? Да, смогу. Давай сразу две испанских. Александр Владимирович. Да. Видео подними. Да, я ей включи. Что видео? Тебя видно? Один, у тебя лоб видно вообще. Лоб, смотри, вот так вот с лобом, все вот в порядке? Так вообще огонь. Да. Все, давай. Анечка, мы тебя готовы во весь экран. Так. И во весь звук. Так. Сейчас я, наверное, вот так сделаю. Все. А, так, маленький испанец. Thank you.
Смотри, прежде чем исполнить следующую вещь, я бы хотел у тебя спросить. У вас как-то в семье принято пасхальные какие-то праздновать Пасху, крестный ход ходить, носить те же яйца? Крестный ход мы не ходим. Я ни разу не ходила. Это все впереди, значит. Можно комментарий по поводу маленького испанца? Давай. Я теперь знаю, откуда коллектив группы Любэ взял эту мелодию. Да, кстати, да. А чего так красиво грызешь? Вон ща. Кто ж под яйца, кто у кого украл? Да, да, теперь осталось выяснить, кто автор маленького испанца. Не Расторгуев ли? Ну, классно. То есть, Ань, смотри, у тебя крестный ход все впереди, вот, купание в проруби, в общем, погружайся потихонечку в культуру. На самом деле, это все тоже, нам не дано было, как бы, наши предыдущие поколения были отлучены от церкви, было это все, активные гонения были, и те традиции семейные, которые из поколения, там, из века в век переходили, они были прерваны, и то, что сейчас мы... До нас залетают просто отголоски маленькие, но слава богу, что-то восстановилось, что-то работает. Даже в условиях вот этой самоизоляции эта радость все равно чувствуется и не скудевает, как бы вот эта благодать. Вот. Ну, Анечка, сыграешь еще Yesterday, как ты вчера вот их это красила куличи. Рассказ. Yesterday. Вчера. Буквально перевод есть. Позавчера. Да. Вся неделя светлая. Джон Леннон, Пол Маккартни, вчера. Thank you.
Исполнишь? Ну, я, наверное, начну с нашего дуэтного произведения с Аней. Романс Гомеса. Вот. Да. Я попросил Аню записать себе ее партию. И у меня сейчас ее партия на компьютере проиграется. Блестяще. В общем, работали. Это еще вариант такой тестовый, то есть дебют с дуэтом. То есть никогда у нас не было дуэта в студии «Резонанса». Тут вот потихонечку можно что-то клеить. Я очень рад этому обстоятельству. Вот, спасибо интернету, мировому, мировой сети интернет, которая может позволить из разных городов создавать в том числе и дуэты, да, и не только заниматься онлайн. Ну и создавать дуэт. Игрушки не влезают в камеру. Вот, то есть, в принципе, смотрите, эта работа, не знаю, недельная, да, ну, как бы за неделю, за две, наверное, максимум склеили, да? Вот, поэтому прошу не судить строго. Илья, благословляю, давай, с Богом. Совет можно? Если да. В следующий раз вот так вот дуэтом будешь играть, то не включай звук с компа. Включай рядом гаджет, потому что он звук съедает, тебя практически не слышно. Тебя да. Слышно? Да, но если ты какой-то будешь минус там включать в следующий раз, то лучше гаджет рядом какой-то включить. Так как вот. Вообще больше меня было слышно или компьютер? Ну, я Илью слышал прекрасно. Я слышал тоже, но лучше включать именно этот гаджет рядом, чтобы лежал. Мне первую гитару не очень слышно было. Какую? Ну, вот Анину не очень слышно было. А, ну я сейчас поэкспериментирую потом. Это так, но у меня. Смотри, в принципе, вот если ты один слушаешь и играешь, вот можно было вот ту модель, которую вот мы с гарнитурой придумали. Ага. Вот это была бы идеальная подзвучка тебе и рядышком откуда-то звук. Mm-hmm. Ну, хорошо. Так, кстати, да. Товарищ, у меня к вам просьба будет небольшая. Ага.
Мы тут с ребятами замутили этот 30 апреля челлендж квартирника. Ну, то есть челлендж это не в прямом эфире, а вот мы просто ролики записываем, я их соединяю в один файлик, ага. Называю клуб, называю, кто поет, и это будет просто в открытом доступе лежать в сети. Ага. Запишите что-нибудь такое, жизнеутверждающее, может быть, какую-нибудь позицию, может быть, какое-нибудь стихотворение. Потому что, ну, главное прислать не до 28 числа, потому что 30 я уже должен все в сеть выложить. Там Аня, Аня может, испанца сыграет. Угу. Хорошо. Хорошо? Ну, сейчас, смотрите, сейчас тоже испанская вещь, наверное, в исполнении Ильи прозвучит. Испанский танец «Ориенталь». Композитор «Гранадос». Илья, готов? Угу. Такая пасхальная песня. Дров я там и наломал, конечно. Ну, ну вещь классная. Вещь классная, да. Крутая. Вот. Вот. Тогда, Анечка, сможешь итальянскую еще сделать? Да. Вот. Вот у нас есть...
Да, в загашнике, что называется. У нас есть в репертуаре произведение Сергея Рахманинова «Итальянская полька». И вот сейчас она со своей жизнерадостностью более чем уместна. Вот, так что, Анечка, просим, вырубаем звук и слушаем наслаждение. Тоже благословляю. Начинаем. Такая и пасхальная радость. На самом деле, для меня очень радостно, что такие вещи звучат, такие вещи живут. Ну, еще хорошо, и, может быть, будет прилично более-менее звучать. На самом деле, всякий раз, когда мы вещь начинаем разбирать с нот, она таким же образом воскресает, да, то есть хорошо, что есть возможность воспроизвести мысли композиторов, которые жили до нас 100, 200, 300 лет назад и больше посредством вот такого, как бы, да, возможности записи. Вот, то есть вот эти вещи воскрешаем, они живут. Молодец. Да? Что? Молодец, говорю, непростая штука. Молодец. Очень, очень, очень молодец. Не то слово. Вот.
В общем, смотрите, концертная программа нашей сегодняшней встречи, в общем-то, подходит к концу. Я предлагаю, может быть, что-нибудь совместное спеть, там, про коня или что-нибудь жизнерадостное. Или Павел Саныч что-нибудь заключительное споет интересное. Не, а вы это все знают. Конечно. А не спеть ли мне песню о любви, а не выдумать ли новый жанр по-попсове мотив? Включайтесь, тональность ми минор. Мою песню услышат тысячи глаз, мое фото раскурят сотни рук, улыбнувшись, ты скажешь: это про нас, посмеется над текстом. Александр Владимирович, теперь вы! Ми-минор! Я стану сверхновой суперзвездой, много денег, машина. Все дела улыбнувшись, ты скажешь, как крутой я тебя обниму. Шука я песню о любви, только что-то струна порвалась, это сломалось перо. Ты прости, может, в следующий раз, а сейчас пора спать. Спасибо, дорогие, спасибо, Павел Саныч, за то, что посетил наше замечательное мероприятие, за песни жизнерадостные. Вот, друг дружку поддержали. Я сегодня только читаю стихи, с вашего позволения. Вот, я постараюсь к годовщине Великой Победы там что-нибудь вкусненькое, свежее приготовить. Ладно, вот, ну, гитарное. Тоже постараемся всей студии. Вот. Жду от вас видосов. Хорошо. Вот, очень-очень рад, счастлив, что есть возможность как-то видеться, есть возможность обмениваться творческим опытом и друг дружку каким-то образом поддерживать. Вот, Павел Саныч, в общем, приглашает нас 30-го, мы с удовольствием. Насчет челленджа постараемся. Все, до новых встреч, Христос воскрес! Воистину!